Добрый вечер. Мы с вами с молитвой в сердце, чтобы нам был успех в изучении Торы. И сегодня я решил разделить занятия на два. Один – это продолжение, одна часть – это продолжение нашей темы, а одна часть – ну, как бы ответ на вопрос или на требования учащихся, трудящихся. Это уже как бы можно понимать так или иначе. Я хотел с вами немножко продолжить книгу Кузари и посмотреть такую тему, которую, может быть, мы к ней будем возвращаться, может быть, мы ее возьмем в конце более подробно. Это смысл заповедей. Заранее могу сказать, что эта тема очень сложная. У нас существует книга Таамей Минагим, смысл обычаев. Но у нас нет ни одной книги, которая называлась бы «Смысл заповедей». Существуют самые разные посылки, которые вращаются и в литературе, и в интернете, что заповеди соответствуют частям тела, и вот каждой части тела соответствует какая-либо заповедь. Якобы есть книга, в которой это все описано. Этой такой книги не существует. Существует общая посылка, что всего есть 613 заповедей, 365 запрещающих и 248 повелевающих. 248 считается, что есть число основных органов тела, 365 основные как бы сухожилия, связи в теле. Но все это посылки теоретически, они никогда не были расписаны. И понятно, что это число основных частей тела, оно также чисто условное, а не какое-то медицинское понятие, связанное с анатомией. Вот. Так что эта тема, смысл заповеди, она очень трудная, на мой взгляд, совершенно необходимая, чтобы начать ее развивать, и я не видел, чтобы она методически, последовательно кем-то развивалась на сегодняшний день. Однако мы с вами попробуем, может быть, вы сможете убедиться, насколько это трудная тема. В принципе, мне кажется, что служение Всевышнему по любви, оно возможно только если ты понимаешь смысл. Значит, это служение из страха, ты смысл не понимаешь, исполняешь заповедь по какой-то причине. Большая доля ощущения, что как бы чего не вышло. Только когда ты понимаешь смысл, возможно, служение Всевышнему по любви. Служение Всевышнему по любви, оно характерно для земли Израиля. И возвращение на землю Израиля требует развития этой темы. Вот мы с вами попробуем это сделать. Но прежде всего давайте немного вернемся к Кузари, к Золотому веку в Испании. И, как я вам говорил, для того, чтобы не быть голословным, попробуем посмотреть, заглянуть внутрь книги, написанной в XI веке, первого основательного философского труда, который дал толчок и другим трудам, в том числе и Мурен-Нахумим, по учению заблудших Рамбама Маймонида, написанному больше чем через 100 лет после книги Кузари. И также его посылки были, посылки Иуда и Леви были использованы Нахманидом, Раби Моше бен Нахман, в диспуте в той же Испании с христианами. Да? Вот вы с нами немножко посмотрели, мы с вами немножко посмотрели разговор, начало разговора Кузари с философом. Да? Мы видим очень интересный момент, что у Кузари, как мы с вами говорили, вымышленного персонажа, есть к нему обращение свыше, что намерения его хороши, но дела его не угодны небесам. Вот он начинает искать выход из этого положения, как вы помните, обращается к философу, и философ разъясняет ему, что есть первопричина,
после которой порождает последующие причины. И сама первая причина, она настолько совершенна, что она не связана с миром, она не знает, что происходит, не хочет знать, что происходит с человеком. Вот. Но человек должен тянуться к этой первой причине и совершенствовать себя постоянно для того, чтобы приблизить свои мысли к совершенному разуму, как философ определяет здесь, вот мы с вами видим, активный интеллект, да, чтобы интеллект человека, его познавательные усилия из пассивных превратились в активные. Скажем, эти выводы философа, как мы помним с вами, Кузари, казарский царь, юношный персонаж, еще раз напоминаю, он не принимает ему, не понимает, да? И вот мы здесь где-то с вами остановились. Скажите мне, текст видно? Я не забыл сделать шер. Текст у вас видно на экране? Не видно. Не видно. Тогда одна секунда. До сих пор мы ничего с вами не потеряли, а здесь вот мы с вами сейчас сделаем шер. Да? Сделаем шер. И у вас на экране должно быть... Да, так видно должен быть текст, правильно? Текст видно. Появился? Появился. Видно. Да? Вот. Да. Вот. Вот. После того, как ты постигнешь в основном все виды мудрости, говорит ему философ, их истинном освящении, целью твоих стремлений станет достижение душевной чистоты. То есть сначала мудрость, потом чистота. Я не буду заниматься как бы критикой того, что здесь говорит философ. Да. Вот. Тогда ты придешь к цели желаний, то есть единению с духовной сферой. Я хочу сказать, что с активным интеллектом, и, возможно, он сообщит тебе про пророческие видения, и ты узнаешь грядущее посредством вещих снов. Тут надо с вами, можем с вами заметить простую, как бы ввести простую посылку, что вечный вопрос человечества – это прямая и непосредственная связь со Всевышним, которую здесь философ называет первопричиной. Этот вопрос человечество не может решить, потому что оно пытается решить его на логическом уровне. А с точки зрения логики бесконечное не может быть связано с конечным. Бесконечное совершенно. У бесконечного не может быть никакого желания. И поэтому оно не может творить. Вот здесь философ делает такой ход, он вводит вторичные причины, которые не связаны напрямую с первой причиной. Какая между ними связь все-таки, почему как бы все-таки первая причина порождает вторичные эти причины, совершенно непонятно. Да? Вот, и единственное, что, скажем, отличает иудаизм, это утверждение, основанное на опыте. То, что Всевышний разговаривает с человеком, ведет разговор с человеком, не только посылает вещи и сны, в которые верит философ здесь, как говорится здесь у Кузари, да, но и ведет диалог. Человек, активный участник диалога, он слушается, он воспринимает, и задача не только определить будущее, но и понять мир и волю Всевышнего, и у человека есть как бы свое слово. Вот мы можем посмотреть, опять же, немножко, может быть, забегаем заранее, можем посмотреть с вами обобщение, которое дает нам переводчик. Да, здесь книги Кузари, переводчик с арабского. Одна секунда, сейчас я соображу, где мы с вами находимся. Как мне поднять этот текст? Да. Секунду.
Окей. Ладно, может быть, впоследствии тогда посмотрим некоторые обращения, да? Вот. Дальше сказал ему Кузари: твои слова верны, и ты и убедительны, но они меня не удовлетворяют. Мне известно, что душа моя чиста, и о поступке честны, как того желает Бог. И все же ответом мне было, что эти поступки ему не угодны, хотя угодны намерения, движущие ими. Да? То есть Кузари фактически ссылается на, скажем, да, разговор с ним, на диалог Всевышнего, на сон, который он считает пророческим, несправедливо считает пророческим. И он говорит философу, что ты утверждаешь, что нету диалога, а диалог он есть. Да? И что самое главное, хочу я тебе сказать, да, есть что-то выше, что от человека, во-первых, требуется чистота поступков, невозможно ждать того момента, когда у меня будет развитый интеллект, активный интеллект, который позволит мне добиться чистоты поступков. От меня требуется чистота поступков, требуется чистота поступков сейчас. Да? И чистоту поступков невозможно добиться ее благодаря только разуму, размышлениям. Да? Невозможно. Вот. И от меня требуется поиск веры, той веры, которая выведет меня на верный путь, угодный Всевышнему. Да? Вот. И несомненно, что должен быть образ действий истинный по существу своему, а не вследствие наших мыслей. Да? То есть есть какая-то абсолютная истина, которой наши мысли не достигают, она касается и поведения человека, и это я тебе говорю, философ говорит, хазарский царь. Если это не так, то почему христиане и мусульмане, поделив между собой весь мир, воюют друг с другом, хотя те и другие чисты, чистым сердцем служат Богу? Эту посылку впоследствии использовал Рамбан Нахманид в своем диспуте с христианами. Да? То есть здесь и хазарский царь не подвергает критике мусульман и христиан за их образ жизни, за интриги, ложь, захватнические войны. Он допускает, как рабочее предположение, да, что их намерения искренни, но этого недостаточно. Человек, только как бы вооружившись искренними намерениями, он не может прийти к исправлению мира, он не может устранить из него вражду, кровопролитие и ненависть людей по отношению друг к другу. Для этого нужно выйти, можем с вами сказать, на божественный разум, можно подняться к абсолютной истине, да, но не так, как говорит философ, одной работой своего интеллекта, разума этого не сделаешь. Кузари уже здесь понимает, что должно быть, пророчество, должно быть прямое, непосредственное обращение Всевышнего к человеку, должен быть диалог для того, чтобы человек мог понять Всевышнего как следует. Просто поверхность. И среди них есть отшельник, уединяющийся в поиск совершенства, говорит Кузари про христиан и мусульман. Все они постятся и молятся, вслед за этим идут убивать, веря, что это убийство – великое благочестие, которое приближает их к Богу. Да будет он благословенный. Каждый верит, что ему следует за это райское блаженство. Поверить и тем другим разум не позволяет, говорит Кузари. То есть мы с вами здесь видим ответ мусульманам и христианам. Впоследствии Рамбан Нахманид, опять же, когда вероотступник Павла, который ведет с ним дискуссию,
говорит ему, что Машиах уже пришел. Он говорит, что с того времени, как появился тот человек, которого вы называете Машиахом, мир только наполнился кровопролитием. И этот факт невозможно отрицать. Да? То есть есть цель служения Всевышнему, которая здесь не называется. Не говорится, что цель основная – исправление мира, привнесение в него блага, устранение вражды и кровопролития. Но понятно, да, когда мы читаем эти строки, что если эта цель не достигается, то само по себе служение Всевышнему оно ставится под вопрос, потому что непонятно, что мы делаем. Допустим, не мы, а христиане, мусульмане, что они делают. И поэтому разум не позволяет принять ни ту, ни другую религию. Да. Сказал философ, да, вера философов не знает вражды и убийства, она ищет разумного. Да. Он утверждает, что философы ни с кем не воюют, у них нет культуры ведения войн, упражнений военных, убийства. Философия как бы такая миротворческая, если можно так сказать, религия. На это, опять же, Кузари ему отвечает, что есть пророчество, которое вы отрицаете, и поэтому ваш путь невозможно назвать истинным, он ни к чему не приведет. То есть философия, если она такая миролюбивая религия, она должна была бы послужить для исправления мира. Но опять же не видно, что философия служила для исправления мира. Здесь, конечно, Кузари не вдается в подробности, или, можно сказать, Иуда Леви не вдается в подробности, но мы бы с вами легко могли представить себе, что не было ни одного древнего философа, который бы не оправдывал рабство, унижение человека и фактически не оправдывал бы войны. Войны, как, скажем, ведение войны, это... если не прямой путь философии, но это путь, который не отрицается философией. Не случайно учителем Александра Македонского был Аристотель, который сказал, что раб это говорящий инструмент. Да? То есть здесь Иуда Леви не идет по этому пути, но философу можно сказать, что их религия, если понимать философию религии, как понимает Кузари, она не может привести к исправлению мира. Да? Затем он решил спросить христиан и мусульман, посчитав, что тот образ жизни, угодный Богу, который он ищет, он должен вероятно найти в одной из этих религий. Что же касается евреев, и вот тут у меня некоторая осечка. Сейчас я постараюсь все-таки найти тот текст, который нам нужен. Мы тут остановились на 32-й странице. У меня был текст, И все. Значит, есть вопрос в чате, мы можем воспользоваться паузой для того, чтобы ответить. Спор Кузари с философом выглядит несколько оторванным от жизни. Почему вообще Иуда Леви стал писать на эту тему? Насколько это было актуально
для современников. Может быть, не знаю, мне трудно сказать, для современников это было очень актуально, потому что возникли большие проблемы с философией, и существует такая надежда, скажем, что если бы книгу Кузари учили, то их бы было гораздо меньше. Основная проблема – это свобода, выбора. Да? И был известный Анри из Бургоса, который принял христианство и сказал, что поскольку Всевышний все знает, то вот то, что он принял христианство, это также входит в его планы, и все предвидено. И он увел за собой большое число людей. Видимо, те соображения, которые нам сегодня представляются простыми и понятными, людям в предыдущие века не были совсем, не были так ясны. Да? Вот. И, скажем, да, давайте вот... да. И мы можем представить себе, что, конечно, все сводится к тому, что есть божественное откровение, которое было дано целому народу у горы Синай, и это доказывает только одно, что Всевышний напрямую говорит с людьми. Теперь следующий ход как бы человечества – это либо отрицать этот факт, не дай Бог, и тем самым отрицать и само существование Всевышнего, либо признать этот факт. И так же, как это сделали мусульмане и христиане, потому что они просто не могут опровергнуть этот факт божественного откровения. А дальше уже делать свои ходы. Мусульмане говорят, что евреи не поняли божественное откровение, что они... мусульмане говорят, что они извратили божественное откровение, христиане говорят, что евреи не справились с божественным откровением, они не смогли исправить мир, и эта роль была отдана другим. Это те ходы, которые делают люди. Но вы совершенно правы в том, что здесь как бы не высвечивается суть вещей. Я постарался ее подчеркнуть в нашем разговоре, что это прямая непосредственная связь со Всевышним, диалог с ним, который либо признается, либо не признается. Его непризнание, скажем, в наше время после дарования Торы, оно приводит просто к отрицанию Всевышнего, по крайней мере, во многих и многих случаях. Либо приводит к мусульманству и христианству, которые говорят, что да, есть разговор, да, есть божественное откровение, есть пророчество, оно шло через евреев, которые так или иначе с этим не справились. Это две посылки. Так что, может быть, вы правы. Будем считать, что мы познакомились как-то немножко с текстом, с аргументацией Иуда Алеви, да, вот относительно философии, относительно христианства и мусульманства. И давайте попробуем с вами взять другие моменты, которые есть в этой книге, и которые, может быть, будут более ценны для нас. Да? Вот, скажем, посылка Иуда Алеви относительно места сыновей Израиля в мире, роли, возложенной на них. Он говорит о том, что Израиль среди народов мира подобен сердцу живого организма. И понятно, что как жизненные силы в любом случае притекают к другим органам тела через сердце, так и на протяжении всей истории жизненные силы притекают к народам через сыновей Израиля. Да, это посылка того раввина, опять же, вымышленного лица, который разговаривает с царем Кузари. Да. Теперь, окей, да, я
смотрю, как нам сейчас опустить этот ковид. Вот. Секунду. Да. Вот. Смотрим дальше. Значит, есть еще ценные моменты, в общем-то, наверное, ради которых я и приготовил для вас книгу Кузари, хотел заглянуть в нее. Вот. Моменты такие. Да. Еще один отрывок из Кузари. Цион, в данном случае храм на горе Мурия, может быть построен только если сыновья Израиля будут стремиться к этому. Да? Иерушалаим и прежде всего храм действительно будет построен только когда сыновья Израиля испытают сильное чувство тоски по нему. Да? Иуда Леви в самом конце книги говорит таким образом. В своем диалоге он рассказывает хазарскому царю о значении Циона, о значении земли Израиля, как земли пророчества, о том, что воздух земли Израиля умудряет, и что говорит, что мы три раза в день молимся о возвращении в Цион, тогда хазарский царь его спрашивает, а почему же вы не отправляетесь в Цион? Просто как бы ногами, физически. И тут в книге Иуда Леви от имени хазарского, от имени раввина, отвечающего хазарскому царю, появляется фраза, которая как бы известна и вошла в нашу традицию как выражение «Мацата маком херпати». «Ты нашел мое постыдное место». Действительно, наши молитвы подобны щебетанию птиц, говорит Иуда Леви, обращаясь как бы с критикой ко всему населению евреев Испании и Германии и Франции. По его мнению, действительно, в его время возможно встать, подняться и переселяться в землю Израиля. И не случайно Вильнюсский Гаон рекомендовал изучать книгу Кузари, потому что, изучая книгу Кузари, у тебя не возникает вопроса о том, есть ли заповедь жить в земле Израиля, может ли эта заповедь быть исполнена, когда есть опасность для жизни, да, и так далее, и так далее. Да. И вот давайте заглянем с вами в конец книги. Да, давайте заглянем в конец книги и посмотрим, что делается здесь. Да. То есть я понял, как бы я несколько оборвал рассуждения с философом. Вы действительно говорите, что они для нас выглядят несколько примитивно, может быть, несколько даже устарели такие рассуждения. Давайте посмотрим, что говорится в конце книги. И это действительно может быть для нас важно. Да? Сказал Раби, эти и подобные вопросы требуют изучения. То есть они говорили о жертвоприношениях и о заповедях, и он ему говорит, что эти и подобные вопросы требуют изучения. Мы должны также размышлять о том, как Бог судит людей, и о закономерностях его суда, как сказал пророк, наказывает детей за грех отцов, тех, кто его ненавидит, и воздает милость тысячекратно тем, кто любит его и соблюдает его веления. Ну, вот, все эти вопросы требуют изучения тщательного. Да? Вот, дальше что происходит? Да? Вот, он соотносится, опять же, с философскими посылками здесь, которые, может быть, действительно в рамках нашего занятия не стоит разбирать. А вот мы с вами и о том, что есть праведник, которому плохо, есть злодей, которому хорошо, все эти моменты он здесь затрагивает. После этого он говорит, после этих слов решил Раби в сердце своем покинуть страну Хазар и направиться в Иерусалим, да будет он восстановлен и укреплен вскоре. В наши дни. Кузари же было тяжко с ним расставаться, и он говорил ему, что сегодня можно искать в стране Израиля, когда нет в ней шхины. Да? Близости к Всевышнему можно достичь в любом месте, чистым сердцем и великим стремлением к нему. Зачем же ты решаешься на опасности в пустынях и морях среди ненавидящих народов?
И вот тут мы уже не можем с вами сказать, что это примитивный и устаревший для нас вопрос. Этот вопрос, который звучит сегодня, что делать в земле Израиля, когда в ней не ощущается явного божественного присутствия, нету храма, нельзя исполнять все заповеди, связанные с землей Израиля. Вот примерно так и спрашивает царь, хазарский царь, после всех разговоров с раввином, на что он ему отвечает. Да? Вот сказал рабби, действительно нет сейчас в стране Израиля очевидного пребывания шхины, ибо она почиет лишь на пророке или на народе, угодном Всевышнему. Да? То есть для того, чтобы была шхина или явное проявление шхины, это пророчество, да? Это ощущение божественного присутствия, такой силы, которая может быть, когда весь народ находится на высоком духовном уровне. И только в предназначенном, да, и только в предназначенном для этого месте. То есть в Израиле может быть такое ощущение, но тогда, когда есть пророк или весь народ на высоком духовном уровне. И мы ожидаем возвращения Всевышнего к нам согласно обещанию. Ибо глазом к глазу будете видеть при возвращении Всевышнего в Сион, и говорим мы в молитве, и увидят глаза наши при твоем возвращении в жилище твое на Сионе. Да? Но скрытая духовная шхина всегда с каждым из сыновей Израиля, чистыми делами и сердцем, и всей душой, устремленной к Богу Израиля. А страна Израиля предназначена для пребывания в ней Бога Израиля, и действия совершены только в ней, и многие из заповедей, данных народу Израиля, недействительны для тех, кто не живет в этой стране. Хорошо, это тоже вы скажете, что мы все понимаем. Да? И вот мы тогда к квинтэссенции. Мы знаем с вами, что в Тосафот, в трактате Ктубот на 112-м листе есть текст, который многие авторитеты признают припиской, что в наше время нет обязанности добираться до земли Израиля, потому что на дороги оказываются опасными. Я надеюсь, что это не относится непосредственно к нашему времени, а к времени Тосафот, к 16-му, к 17 веку. Да, вот это можно отнести такое замечание. Что касается опасностей в путях и морях, они не касаются предостережения, не испытывайте Всевышнего, Бога вашего. То есть человеку нехорошо ставить себя в опасную ситуацию и надеяться на чудо, даже когда он исполняет заповедь. Но здесь, при движении в землю Израиля, никакие опасности не могут быть причиной для того, чтобы не переселяться в землю Израиля. Они подобны, например, тем опасностям, которых может ожидать торговец, путешествующий в далеких странах ради обогащения. Но если человек ради богатства пускается в путешествие для того, чтобы продать свой товар, а потом привезти большие суммы денег, золото, привезти домой, конечно, он подвергает себя опасности. Но если он это делает ради богатства, и если человек, едущий в страну Израиля, подвергнет себя еще большим испытаниям, стремясь к ней в надежде на искупление грехов, ему есть чем оправдать свою готовность подвергнуться опасностям после того, как он испытал свою душу, то есть как бы исправил все, что он может исправить в своих грехах, в своих дырах, да, возблагодарил за жизнь, которая дана ему была до этого дня, и решил ей удовлетвориться и посвятить остаток жизни исполнению желания Всевышнего, для исполнения Всевышнего, для раввина, который разговаривает с Кузари, это пребывание в земле Израиля. А если он погибнет, не достигнув места искупления, утешится тем, что большинство его грехов будет искуплено этой смертью. Он знает, что это его путь лучше, чем путь рискующих жизнью в войнах ради того, чтобы воспевали их подвиги или в надежде на богатую добычу. Он рискует жизнью меньше, чем те, кто участвует в священной войне, чтобы удостоиться вознаграждения в мире грядущем. Здесь как бы звучат
его слова, относящиеся к той действительности, которую он видит вокруг себя, и к тому времени, которое ближе к нам. Да? Многие из сыновей Израиля сражаются в чужих армиях, они участвуют в войнах на стороне христиан или на стороне, или на стороне мусульман для того, чтобы добиться чинов и почестей. Часть из них люди соблюдающие. Примером, может быть, но это, правда, человек, оказавшийся в вынужденном положении, это Шмуэль Анагид, который жил раньше несколько, чем Иуда Леви, был начальником войска. То есть он говорит, да, вы ищете оправдание, потому что это опасность, опасна сама дорога в землю Израиля, она опасность. И можно сказать, вот вы можете сказать, что исполнение заповеди хорошо, но может быть связано с опасностью или исполняться вопреки опасности, а вот сама дорога в землю Израиля. А так я вам говорю, люди ездят за богатством, люди воюют в чужих армиях, да, и здесь прямо слышится такое эхо, да, что в период Первой мировой войны фактически не было ни одного раввина, который бы боролся против призыва сыновей Израиля, евреев, в чужие армии. Наоборот, подавляющее большинство говорило, что уклонение от службы в армии – это осквернение имени Всевышнего. Так было в период мировой войны. В период Первой мировой войны единственный, может быть, кто противостоял этому и спас евреев Англии от призыва – это был Рав Кук, который, можно сказать, случайно оказался в армии в период Первой мировой войны. Да? Вот. И его слова звучат не только как галахи, не только как идея, не только как галахическое постановление, но и как упрек сыновьям Израиля, которые будут рисковать своей жизнью и ради обогащения, и в чужих армиях, ради чинов, но только не ради проживания в земле, но только не ради проживания в земле Израиля. Да? Вот. Да. Ну и так далее, еще несколько замечаний здесь в конце книги, но фактически вот этой посылкой заканчивается книга Кузари, и я бы сказал, что она звучит, эти слова звучат или должны звучать в ушах каждого еврея на протяжении почти тысячи лет. Да? Вы оправдываетесь тем, что проживание в земле Израиля связано с опасностью, вы оправдываетесь тем, что дорога в землю Израиля связана с опасностью, а там, где вы живете, это не опасность, а когда вы идете в чужие армии, это не опасность, да? Об этом говорит нам Кузари. Об этом говорит нам Иуда Леви словами раввина, который разговаривает с хазарским царем. Я прошу прощения, что я несколько здесь свернул, но замечание, которое было в чате, оно совершенно верное. Все-таки у нас урок не посвящен философии, подробному разбору полемики с философами, тем более, скажем, в X веке. Так что я постарался переключиться для того, чтобы передать дух книги. Да? Народ Израиля, как сердце среди других народов, несущий пророчество и проживание в земле Израиля, никакие причины не могут отодвинуть эту заповедь. Хорошо, давайте, если есть какие-то вопросы, то пожалуйста, да, вот я пытаюсь ответить. Вот, а дальше мы попробуем с вами перейти к второй части, которую на свой страх и риск я попытался вам приготовить. Вот, пока зреют вопросы, я вам скажу, да, раскрою цель наших занятий, почему
я пошел все-таки по такому несколько историческому такому пути, да, вот, и я думаю, что вы это почувствовали, для того, чтобы представить с вами, вместе с вами такой важный момент, да, что, и, может быть, мы к этому подойдем, в принципе, я планировал как-то разобрать течение в иудаизме, не знаю, как у нас получится, но попробуем, да, более близкие к нам современные, к нам течение иудаизма, для того, чтобы показать вам, что идея какая-то, посылка, что в земле Израиля не следует жить до прихода Машиаха, до восстановления храма или до каких-то еще моментов, да, эта идея родилась в самое-самое последнее время, как раз в тот момент, когда, забегая вперед, да, когда в XIX веке, особенно в конце XIX века, появилась свобода у сыновей Израиля, у евреев, и возможность переехать в землю Израиля, как раз всегда, когда в тот момент, когда открываются ворота, то появляются разные мнения, разные соображения, да, когда дается возможность, то всегда дается и свобода выбора. И часто этот выбор, он совершается не в правильном направлении. Да. Вот как бы для того, чтобы почувствовать этот момент, что устремленность мудрецов, носителей традиции, она была всегда и мысленно, и физически, она была в сторону земли Израиля, для этого как бы вот хотелось с вами пройти по такой несколько исторической линии. Да. Вот, а вот назрели какие-то вопросы, в чате я не вижу больше вопросов, да, тогда давайте мы возьмем с вами вторую часть, да, в качестве ответа на вопросы, да, то есть в прошлый раз Женя, вот я вижу, она здесь присутствует, задала вопрос относительно смысла заповедей, да. Это вопрос очень сложный, и мы постараемся сделать с вами, постараемся сделать несколько ходов в этом направлении. Да. Можно представить себе, да, что, скажем, часто часть заповедей, да, она появляется в Торе как исправление после описания событий, которые, скажем, явно являются ошибкой, да, сыновей Израиля в пустыне. Вот, и мы представляем себе, что Моше записывал Тору на протяжении 40 лет блуждания в пустыне. Каждый раз перед тем, как сняться с какого-то места после определенного события, он заходил в Мишкан, и там получал текст Торы, который описывает с божественной точки зрения произошедшие события, а также и заповеди. И мы понимаем, что эти заповеди новые, они должны были стать некоторым исправлением тех событий, которые произошли. В каком смысле исправление? Можно представить себе, да, что у человека работает сознание и подсознание. Да, и мы видим, что есть какие-то проблемы, с которыми человек не справляется на сознательном уровне. И, видимо, придется многократно совершать какие-то действия, чтобы на подсознательном уровне исправить ту или иную проблему. Но нужно сказать, что, конечно, что не только само действие, не только работа на подсознательном уровне, она должна была бы быть вот такой работой исправления недостатка, который проявился у нас, да, а осмысление заповеди, проникновение в смысл заповеди и ее осмысленное исполнение, оно должно быть главным исправлением. Мы понимаем, что
заслуга человека, который исполняет заповедь, она велика, потому что он исполняет приказ Всевышнего. И в наше время почему-то сложилась такая традиция, можно сказать, что практически смыслом заповедей не занимаются. И очень мало занимаются смыслом, даже смыслом молитвы, слов молитвы. Да? Вот. А смыслом заповедей занимаются очень мало, и, как я вам сказал, даже не существует книги, которая бы называлась «Смысл заповедей». Какое-то усилие немалое, я бы даже сказал, успешное, приложил в этом направлении Раби Арье Каплан, который, наверное, его нет уже в живых, я думаю, лет 50, может быть, 40 лет его нет уже в живых. В свое время он был одним из ведущих физиков в Соединенных Штатах и посвятил время и усилия изучению истории мистической стороны, скажем, иудаизма, и написал интересные книги, такие как «Медитация и Каббала», «Еврейская медитация». Но, кроме того, он написал целый ряд книг, которые описывают смысл заповедей. Также он написал книгу «Комментарий на Сефер Йецира», книгу «Творение». Очень интересный комментарий. Не думаю, что на русском языке он не существует, а вот его объяснение смысла тфилин, цицит, оно существует на русском языке. Мне кажется, что это недостаточно, как бы то, что он раскрывает и то, что он строит, но это очень хорошая ступень для продолжения работы самостоятельной. Раби Арье Каплан, очень рекомендую его книги. Да? А мы с вами возьмем пример того, что мы с вами попытались представить себе, что заповедь является исправлением какой-то ситуации, проявления нашего недостатка в действии, в данном случае в пустыне. Да? Вот. Да, тут производили такой эксперимент и спрашивали у учеников Ешив, которые, как вы знаете, подавляющую часть времени они занимаются изучением Гемары, спросили их, где записана в Торе заповедь цицит, обязанность сделать на четырехугольной одежде нити, да, которые завязываются на углах и свисают вниз, и среди этих нитей должна быть одна голубая нить. Где записана эта заповедь, очень многие не смогли ответить. Да. Мы с вами, разобрав следующий момент, который мы с вами хотим разобрать, надеюсь, будем помнить навсегда, где это записано. Да? Эта глава идет сразу. Это в конце главы «Шлах-Лиха», «Пошли себе», который рассказывает о разведчиках, рассказывает об отказе сыновей Израиля войти в землю Израиля и воевать за нее, об испуге, когда народ плакал и был наказан 40 годами блуждания в пустыне. После этого в главе «Шлах» дается целый ряд заповедей. Две из них мы постараемся с вами разобрать и представить их смысл как исправление вот этого момента непонимания земли Израиля, непонимания обязанности жить в земле Израиля, ее отличия от других земель. Да? И вот у нас в книге «Бамидбар» в 15 главе говорится, да, «И сказал Всевышний Моше, говори сыновьям Израиля и скажи им, и пусть сделают себе цицит». Слово «цицит» — это означает что-то вытарчивающее, да, ну, можно перевести как бы «хрома», да, на углах одежд, да, на поколение их. То есть все поколения
должны сделать цициты. Если мы говорим, забегая вперед, что цициты — это исправление непонимания жизни в земле Израиля, да, то, видимо, это должно, этот недостаток, он присутствует у всех поколений. Да. И пусть придадут цицит голубую нить. Да. Мы знаем, что голубая краска, возможно, только единственные, никакие искусственные акриловые краски, они здесь нам не помогут. Возможно, краска только моллюска, который добывается из моллюска, который называется хилозон. Можем сказать, что в настоящее время на берегу Израиля, на месте древнего города Дор, были найдены моллюски, из которых добывали краску, и по виду этих моллюсков было восстановлено, какие моллюски пригодны для изготовления этой голубой краски. Опять же, забегая вперед, поскольку мы занимаемся с вами смыслом заповеди, стала понятна одна очень интересная деталь. Оказывается, из одного и того же моллюска добывают пурпурную краску и голубую краску, то, что называется тхелет. Пурпурная краска, как это делали в лаборатории, получалась все время пурпурная краска. Брали моллюск, брали его, размельчали его, И получалась пурпурная краска до тех пор, пока случайно не оставили колбу с приготовленным моллюском, для того, чтобы получить из него краску, не оставили на улице. Оказалось, что под воздействием солнечного света получается не пурпурная краска, а голубая краска. Да, то есть, если приготавливать из одного же моллюска в закрытом помещении, получается пурпурная краска, а под воздействием солнца, если оставить на некоторое время на солнце этого моллюска, да, или раствор, приготовленный для того, чтобы сделать краску из этого моллюска, то получается голубая краска. Само по себе интересно и очень добавляет к заповеди, о которой мы с вами собираемся говорить. Да, и говорится, и будет у вас цицит, и будете смотреть на него, да, и вспомните заповеди Всевышнего, и будете делать их, да, и не смотрите за вашими глазами, не смотрите за вашими сердцами и за вашими глазами, то есть то, что было сказано, то, что сделали разведчики, да, Вайтуру Эдаарец, они исследовали землю, здесь тот же исследовали землю как туристы, латур. Да, то есть внешне просто осмотрели землю без проникновения в ее глубокий смысл. Здесь тоже говорится в Лотатуру Ахарей Левавхем Бахарей Эйнейхем. Не смотрите, смотрите на цицит и не смотрите за вашими глазами, не смотрите за вашим сердцем, да, за которыми вы следуете развратно. Да, вот, «Я» и так далее, «Я Бог твой, который вывел вас из земли египетской, да, чтобы быть вам Богом, да, я Бог ваш». Заповедь цицит получает дополнительную свою окраску, свои детали в книге «Дворим», Тор возвращается. Да, Тора возвращается и говорит, да, и говорит нам таким образом. Секунду, да. Секунду. У нас есть существенная добавка, если я запутался, то я скажу вам ее устно от себя. Секунду.
Так, да, хорошо. Значит, в книге Дворим то появляется дополнительный момент, что оказывается... А, вот, да, секунду просто. Да, в книге Дворим говорится так, да, не паши на, вместе на вале и осле, окей, можем представить себе, да, не одевай шатнес, особое название, непереводимое слово, нить льняная и шерстяная, не должно быть у тебя такой ткани, шерстяной и льняной, да, цемер упиштим, говорится здесь, да, вот шерсть и лен вместе, поясняется, что такое шатнес, даже если одна нитка вплетена, скажем, в льняную одежду шерстяная, то она уже является запрещенной. Цемер, упиштим, шерсть и лен. Да? И дальше говорится, сделай, еще раз говорится, сделай себе бахрому, цицит на четырех концах твоей одежды. Вот мы познакомились с этим фоном. Да? Теперь попытаемся представить себе, о чем идет речь. Да? Вот, речь идет, как может быть ни странно, да, речь идет о земле Израиля. Да. Речь идет о том, что здесь, в земле Израиля, человек, да, он приближается ко Всевышнему, да, и есть, так можно сказать, расстояние между ним и между Всевышним сокращается. Можем представить себе с двух сторон, да, со стороны краски голубой и со стороны того, что мы сказали, что запрещенная одежда, да, как говорят наши мудрецы, запрещенная одежда, она оказывается разрешенной и даже заповедью, если речь идет о цицит, то есть нити шерстяная и льняная, они, в принципе, должны быть в цицит. Если у нас есть голубая краска, такая, да, то мы можем сделать цицит, который сочетает в себе лен и шерсть. Шерстяная, как правило, голубая краска, как мы можем представить себе с точки зрения практической, белая – это льняное. Да. И вот такая голубая нить охватывает, как бы обвивается вокруг белых нитей. Я даже вам приготовил картинку, сейчас попробую ее поднять. Думаю, что многие знакомы так, вот, и представляют себе, но на всякий случай, да, вот здесь показан цицит, нить цицит белая и цицит с голубой нитью, которая приготовлена из моллюска на основе современных исследований восстановления вида этого моллюска. А, то есть мы видим нити, белую и голубую, голубая охватывает белые, они привязаны к углу четырехугольной одежды. Если на одежде есть четыре угла, то должны быть такие нити. Да, я сейчас не буду вдаваться в подробности исполнения заповеди. Наш смысл ухватить смысл этой заповеди. Да? Что мы можем представить себе, обязаны представить себе о смысле этой заповеди. Да? Вот, окей. Так. Ну вот, возвращаемся к тексту. Да. Мидраш говорит о том, что голубая нить, она напоминает нам цвет моря, а цвет моря напоминает цвет небес, а цвет небес напоминает цвет престола Всевышнего. Голубой цвет – это милость, это сторона
милости. Теперь, когда мы с вами представляем себе, что голубая краска, она может быть, то есть голубая краска получается, когда тот же самый раствор с моллюском ставят на солнечный свет, она могла бы быть красной, но она превращается на солнечном свете в голубую, да, то мы понимаем, что хочет нам сказать Всевышний. Он хочет нам сказать, что то, что сказано в трактате Ктубот, тот, кто живет в земле Израиля, живет без греха. Да. Тут можно понимать это не буквально, можно понимать это как тенденцию, да, но здесь, в земле Израиля, да, все плохое может перевернуться в хорошее. Да. Мера суда, символ которой это красный цвет, оно может перевернуться в меру милости. Плохие потенциалы могут стать хорошими. Потенциал, да, который за пределами земли Израиля приводит, потенциал души человека, который за пределами земли Израиля приводит к идолопоклонству, здесь, по милости Всевышнего, он направлен на осознание единого начала, да, на осознание не только единого начала, но любви Всевышнего, милости Его, да, потому что на иврите хесед в старом языке – это любовь. Милость и любовь – это как бы одно и то же понятие, очень близкие, переходящие одно в другое. Да? И Всевышний говорит, да, за пределами земли Израиля у вас нет такой возможности служить Всевышнему по любви. У вас нет такой возможности превратить даже свои отрицательные потенциалы из-за ваших плохих дел, превратить во что-то положительное. Здесь, в земле Израиля, есть эта возможность, есть эта сила. Да? Только придите сюда, только придите в эту землю, и любовь Всевышнего, служение Всевышнему по любви, все эти моменты, они раскроются для вас, и все отрицательное начнет превращаться в положительное. Конечно, наверное, если вы приложите усилия, не сами собой, да, но близость человека ко Всевышнему, к его милости, к его сущности, да, она здесь ощущается. И смотрите на эту нить, да, и помните о том, да, что в этой земле даже отрицательное переворачивается в положительное. Эта идея появляется несколько раз, о ней говорит Маарал, да, он говорит так: земля называется текущим молоком и медом. Да. Ну, что значит текущее молоком и медом? Там мудрецы расскажут, Агада нам расскажет, что имеется в виду мед, это финики, которые капают, вот с которых прямо капает мед финиковый на землю, а козы едят эти финики, а потом из них течет молоко и так далее. Все это замечательный, прекрасный образ, да, который только подводит нас к осознанию сущности земли Израиля. Маарал говорит, что молоко и мед – это два продукта, которые должны были быть запрещены, но они разрешены Торой. Почему? Да, потому что молоко получается из крови, и понятно, что кровь, пролитая, тем более отделенная от мяса, от плоти, она строжайшим образом запрещена. Да? И мед то же самое. Это секрет пчелы, которая собирает цветы. Сама по себе пчела запрещена, а мед ее разрешен. Значит, речь идет о том, что это земля, которая ближе ко Всевышнему, ближе к его милости настолько, что настолько, что все плохое может превратиться в хорошее. Отрицательные потенциалы могут реализоваться как положительные. Этим отличается земля Израиля. Да? И мы знаем, что
увидеть эти моменты очень трудно. Как Рав Кук пишет нам, да, что земля Израиля не постигается никакими рациональными рассуждениями. Она выше рациональных рассуждений. Также и Тора говорит, смотрите на цицит и не смотрите, не следуйте вслед за вашими глазами и за вашим сердцем, то есть за тем внешним, что вы видите. Вспомните, да, что у этой земли есть особое свойство, что если вы видите что-то, если вы видите что-то в ней, что-то плохое, да, или сильных врагов, или отсутствие плодородия, все это перевернется в положительное, рациональным, глядя просто глазами и как бы прорабатывая то, что видит ваши глаза сердцем, тут ничего не получится. Рациональное мышление в земле Израиля, и в земле Израиля не работает. Да? Вот, скажем. И если мы действительно начинаем понимать эти моменты, я думаю, что мы по-другому начинаем относиться к тем цицит, которые мудрецы заповедовали нам носить. Известно, что цицит навязывается только на четырехугольную одежду. Если нет четырех углов, нет обязанности навязывать эту одежду. Нас обязали носить четырехугольную одежду обязательно, чтобы исполнять вот эту заповедь цицит. И все это хорошо. И у того, кого сегодня голубые цицит, многие носят голубую нить. И у того, у кого нету этой голубой нити, я думаю, что если бы они подходили вот с этой точки зрения, так сказать, с точки зрения философии Торы, да, вот, и еврейской мысли, представляли себе, то они бы совершенно по-другому смотрели и ощущали эту заповедь. Есть обычай, когда читают «Шма Исраэль», и в последней, как вы помните, в последнем открытке «Шма Исраэль» говорится о цицит, о заповеди цицит, перед тем, как Всевышний говорит «Я вывел вас из земли египетской», говорится о заповеди цицит. Есть обычай, когда читают «Шма», да, в конце и читают этот отрывок от цицит, есть обычай целовать цицит. Да? Очень хорошо, замечательно. Да? Вот, я думаю, что лучше было бы на них смотреть, да, как сказано, смотрите, но только смотреть осмысленно, да, представляя себе смысл этой заповеди. Да, еще пару моментов, если вы не устали, мы держимся с вами, еще можно чуть-чуть, да? Хорошо. Теперь, значит, смысл бесконечный, его можно раскрывать бесконечно. Оказывается, что у кагенов были пояса из шатнес, из шерсти и льна, да? И мы с вами помним, скажем, были из шерсти и льна. Значит, есть какой-то момент совмещения шерсти и льна, да. Вот я просто сомневаюсь сейчас, наверное, начать углубляться в этот момент, да. Вот. Ну, давайте так, да, давайте. Если попробуем приоткрыть такой момент, шерсть и лен, да, для кагенов это разрешено, более того, является заповедью ношения пояса и шерсти и льна. Для сыновей Израиля, как мы видим, это запрещено, кроме цицит, которые из шерсти и льна, когда шерсть окрашена в голубую нить. Да? С чем это связано? В храме заповедь, за пределами храма нет заповеди, запрет, когда есть нить, то... Да, вот. Есть еще такой момент. Да. Мы помним, что шерсть и лен, я, опять же, сейчас нет возможности раскрыть, ну, понемножку, потихоньку. Да. Шерсть и лен – это два символа. Шерсть была характерна для Гебеля, который пас скот. Лен был характерен для Каина, который обрабатывал землю, и даже свою одежду он собирался делать из растений.
Да? Вот. И мы понимаем, что есть две силы. Да? Одна активная, преобразование земли, она характерна для Каина. Другая, более пассивная, характерная для Гебеля, сила восприятия. Да? Сила восприятия, просто обращенности ко Всевышнему без активного действия. Мы понимаем, что человеку очень трудно совместить эти две посылки. Восприятие, понимание абсолютности Всевышнего, пассивность, которая из-за этого возникает, и активное действие преобразования мира, понимание того, что мир должен, дан ему, чтобы его преобразовать. Да? Или как бы кто-то там уходит в пустыню, молится, да? Кто-то пашет землю. Очень трудно представить себе человека, который полностью совмещает эти два, полностью совмещает все два момента, да, как бы и работает, и является высоко духовным человеком. Тора выдвигает этот момент как идеал, который очень трудно достижим, да, и Когены, которые служат в храме, да, они как бы поднимаются на такой высокий уровень, когда обе силы, сила пассивного восприятия и сила активного действия человека, они должны совместиться. Оттуда из храма исходит благословение. Да, и для нас, когда нам сказано, что есть особенности у земли Израиля, да, вот, то нам говорят, что мы можем и должны носить и льняную, и шерстяную нить вместе для заповеди. Да? И это нам опять же напоминает о земле Израиля, для которой характерно то, что сказал Раби Акива. Да? Что все предвидено, но свобода выбора дана. Здесь, в земле Израиля, человек живет со Всевышним, с ощущением абсолютного Всевышнего, и тем не менее это ни в коем случае не лишает его творческих сил и обязанности преобразовывать мир. Это легко сказать, но на психологическом уровне очень трудно сделать. Здесь земля Израиля, она помогает человеку совместить эти два момента: признание абсолюта Всевышнего и обязанность свою преобразовывать землю. Да? Теперь на одном дыхании, потому что у нас очень мало времени, я хочу оставить время на вопросы. Да? Еще одна заповедь, которая была дана тут же сразу после отказа сыновей Израиля войти в землю. Да? Скажи сыновьям Израиля, да, обратись к ним, что когда вы придете в землю Израиля, которую я даю вам, да, и немножко ниже, я тут взял много, да, вот, скажи сыновьям Израиля и обратись к ним, когда вы войдете в землю Израиля, которую я привожу их туда, и будет, когда вы будете есть от хлеба земли, Тариму Трумали Ашем, дайте приношение Всевышнему. Что за приношение? Есть много приношений Всевышнему. Речь идет не о храме, а речь идет о том, когда вы едите свой хлеб в доме. Говорится, решита рисотейким, начало замеса вашего. Когда вы замешиваете тесто, появляется обязанность отделить кусок от этого теста. Как только тесто превратилось в единую, как только крупицы муки превратились в единую массу, возникает обязанность отделить кусок текста, который мы называем хала. Хала – это кусок, хелик, да, который отделяют от замеса, и только после этого замес становится как бы разрешенным в пищу. Этот кусок отдают Когену. Если мы не можем соблюдать законы ритуальной чистоты, а Коген должен есть этот кусок в состоянии ритуальной чистоты, то этот кусок просто сжигают. Да? Вот, если у нас нет ритуальной
чистоты. Опять же, это тут же дается, вторая заповедь, которая дается после того, как народ послушал разведчиков и отказался войти в землю. Чему она хочет научить нас, эта заповедь? Чтобы мы поняли руками и задумались головой. А лучше и руками, и головой. Она хочет нас научить одной простой вещи, что в этой, эта земля обладает таким свойством. В ней все отдельные крупицы соединяются в единое целое. Народ соединяется в единое целое. Это тесто, которое вы замешиваете, оно только образ. То, что внешние границы стираются, а происходит соединение за счет внутренней силы каждой и каждой крупицы. И когда они соединяются в единое целое, появляется нечто, нечто новое. Когда каждый и каждый сыновей Израиля соединяется в единое целое, появляется нечто новое. Это не сумма 1, 2, 3, а это выход на какой-то новый качественный уровень, который назван святостью. Появляется некоторая святость, которая требует вот такой своеобразной жертвы отделения куска в пользу Когена. То есть вы не поняли два момента. Вы не поняли святость земли Израиля в том, что она дает силы перевернуть все плохое в хорошее, совместить противоположные силы, противоположные как бы энергии человека, противоположные тенденции человеческой жизни, и все это направить в одно единое русло. Вы этого не поняли, а также вы не поняли то, что народ, входя сюда, он обладает другим качеством, обладает другой святостью. Для того, чтобы, скажем, убедиться в этом, да, то мы можем представить себе то, что пишет Рамбам, Маймонид. Да? Заповедь Халы, подобно другим заповедям отделения, подобно заповеди отделения части, она исполняется в земле Израиля. Мы говорим о заповеди Торы. Сейчас мы не вдаемся в подробности, как это делается практически сегодня, потому что есть заповеди еще мудрецов. С точки зрения Торы это только в земле Израиля. И только в том случае, когда Израиль живет на земле. Да? То есть, когда большинство сыновей Израиля живет на земле Израиля, появляется эта заповедь из Торы отделять кусок халы. И мы понимаем, что речь идет не столько о тесте, это есть некоторый образ, да? А речь идет о земле, о народе Израиля, который на земле Израиля соединяется в одно единое целое, появляется общая душа, появляется дополнительная святость. Здесь я ставлю точку и жду ваших вопросов. Первый вопрос мой. Хоть что-нибудь понятно? Много чего понятно. Что? Много чего понятно. Это хорошо. Да. Это вам в наказание, чтобы вы не задавали такие вопросы. А давайте поговорим о смысле заповеди. Как будто это, понимаете, так просто. Очень важно. И большое спасибо. У меня вопрос возник вот прямо в самом начале, когда вы сказали, что это для исправления каких-то недостатков или каких-то ошибок, да, именно еврейского народа. Как это сочетается с тем, что, ну, насколько я знаю, да, что есть общая задача, в том числе и в соблюдении заповедей, такая, как исправление мира целиком? Или Израиль — это такая как бы модель человечества, эти все недостатки есть во всех, и как бы исправляя в себе, мы исправляем это и во всем мире? Мы с вами видим, что... Я как бы сказал, да, во-первых, не все заповеди направлены как бы вот на исправление конкретных недостатков, хотя таких заповедей очень, очень много.
мы можем с вами вспомнить как яркий пример заповеди, который мы можем поговорить в дальнейшем, которая была дана Якову, который, боровшись с ангелом, он, скажем, да, ангел повредил ему жилу, и вот эту жилу в животных запрещено есть. Да, мы, опять же, сейчас не вдаемся во все подробности, но представляем себе с вами, что когда проявился недостаток Якова, появилась некоторая заповедь, которая также является исправляющей. Не все заповеди являются исправляющими. Скажем, есть заповедь субботы, которая была высокая, возвышенная, поднимающая человека очень высоко. Не думаю, что здесь как бы главный момент субботы – это исправление. Можем поговорить об этом. Я вот приготовил для вас тоже объяснение субботних законов, но мы уже явно сегодня не успеем. Да? То есть есть заповеди исправляющие, есть заповеди возвышающие. Я бы так разделил их. Да? Вот. Теперь заповеди даны для еврейского народа, для того, чтобы подняться на тот уровень, когда возможно пророчество, или, по крайней мере, когда народ может выдвинуть из себя пророков. Да? Тут Леавдель, можно привести такой пример, что говорят, что олимпийские чемпионы бывают в том народе, где тот или иной спорт является массовым. Да? Вот также для нас, в шутку говоря, спорт духовного возвышения должен быть массовым, тогда есть надежда, что будет пророческий дар, вернется к сыновьям Израиля, божественное присутствие будет ближе к нам и ближе ко всему миру, и тогда оно уже может распространиться на весь мир. Сыновьям Израиля и другим народам предъявляются совершенно разные требования. Мы видим, что для других народов есть 7 заповедей, да? И для них, в общем-то, нету заповеди работы с внутренним миром, возвышения внутреннего, потому что 7 заповедей, которые должны даны другим народам, это заповеди, так сказать, закон, я бы сказал, государственный, общественный закон, он не предъявляет требования работы с внутренним миром, исправления внутреннего мира человека. То есть здесь совершенно разные задачи. Да? Вот. Я не берусь судить, там, скажем, о праведниках народов мира, может быть, есть люди высоко духовные и так далее, это все очень трудно понять, это дела божественные, в которые невозможно проникнуть. Но говоря в общем, у нас разные задачи. У народов мира и у народа Израиля. У народов Израиля задача возвыситься духовным, стать пригодным как бы сосудом для пророчества, для распространения божественного благословения во всем мире. Справлялись мы с этой задачей когда-нибудь или нет, это трудно сказать. Возможно, в какой-то степени во времена царя Шломо. Да? Вот, но дело не в этом, если говорить об идее заповеди, она такова. Да? Скажем, да, она, заповедь даны сыновьям Израиля, да, народам мира, заповеди даны, которые позволят им установить, ну, как бы сказать, общественный порядок. Да? Вот, о духовном возвышении нету заповедей, которые направлены на духовное возвышение. Да? Вот я бы так сказал. Да? Вот, я вижу... Но... Я, пожалуйста, да. Вот. Нет. Я просто говорю, что если нет заповеди, но есть возможность. В том смысле, что... Мне казалось, что как-то в каждом человеке лежит какое-то стремление к диалогу со Всевышним в любом человеке, так как он сотворен, любой человек изначально. И... А так, получается, заповеди нет, можешь вести диалог. Там... Мне трудно сказать, да. Есть какие-то вещи, которые я не могу, там, скажем, не могу оценить, да, как они работают. Могу только удовлетвориться теорией. Я понимаю, что есть исключения из любого правила есть исключения. Я понимаю, что
есть высокодуховные люди и в других народах. Как правило, то, что отличает духовность в других народах, это то, что, скажем, носитель вдохновения, я бы даже не побоялся сказать божественного вдохновения, он далеко не всегда, в подавляющем большинстве случаев, он не как бы является просто некоторым таким передатчиком. Сам по себе он не достоин этого. Он по образу жизни, по, скажем, его взглядам, убеждениям, отношениям с людьми и так далее, он просто не достоин этого. Это если брать великих поэтов, великих людей, там, музыкантов и так далее. Здесь задача другая. Это, опять же, быть не только высокодуховным человеком, но и быть сосудом, который позволяет божественному присутствию распространяться в мир. Для этого нужно, как мы понимаем, и направленность мысли определенную, и вести определенный образ жизни. Одно от другого неотделимо. Что происходит в других народах, мне трудно сказать, но если, опять же, говорить о высокой духовности, то в подавляющем большинстве случаев мы видим, что она, скажем, она выливает, что-то положительное иногда приносит в мир, но она оторвана от действительности в плане поведения, в плане моральных качеств. И это частое заблуждение людей, которые не представляют себе, что, скажем, там, авторы великих произведений, они в жизни были малодостойными людьми. Если ты учишь эти великие произведения, можешь что-то из них взять, и я за то, чтобы соотноситься с культурой, то это не значит, что можно брать примеры, восторгаться этими людьми. Они просто носители, как волна какая-то несущая, передают в мир, можно сказать, божественное такое вдохновение. Сейчас я то, что вижу мне перед глазами, я читаю в чате. Это никому не в обиду будет сказано, но мы занимаемся Торой. Я пытаюсь изложить ее позиции, понимаете? Не затирать проблемы, скажем, не говорить, что там в других народах есть великие духовные люди и так далее. Может быть, я не знаю. Направленность Торы, она такая, что требование здесь одно, а здесь другое. Здесь требование к сыновьям Израиля быть сосудами для распространения божественного благословения в мире, а здесь требование установить нормальное общество. На эту тему можно привести многие красивые вещи, но просто, может быть, немножко на будущее. Таня уважаемая пишет: «Рав Зеев, мне удивительно и непонятно, а что сейчас мешает тем, кто в диаспоре, понять смысл этих таких ясных и логичных заповедей жить в Эрец Исраэль?» Я разделяю ваше удивление и непонимание. Просто я только могу сказать еще раз, что это непонимание, оно как было в начале нашей истории при исходе из Египта, когда отказались войти в землю Израиля, оно так и остается до сегодняшнего дня главной проблемой. Я убежден на основании своих соображений и прежде всего на основании Торы, что если сегодня, сейчас, все сыновья Израиля встанут и поднимутся и переедут в землю Израиля, то подавляющее большинство мировых проблем решится. Мир будет выглядеть совершенно по-другому. И здесь сработают и рациональные механизмы, и иррациональные механизмы.
Вот. И почему люди этого, не понимают? Ну, я могу только, да, когда меня вот задают такой вопрос, а почему евреи не едут? Кузари, вы видите, он ответил, да, не Кузари, Иуда Леви, устами раввина ответил: «Ты нашел мое позорное место, наши молитвы, как щебетание птиц». Да? Это он ему ответил. И вот я всегда, я говорю немножко по-другому, да, в принципе, то же самое, что есть две причины, по которым евреи не едут в Израиль. Одна причина – это нет денег, а другая причина – это есть деньги. Да? Много денег. Вот. Это очень грустное, может быть, соображение. Да? Вот это, скажем, да, такой момент, который, когда понятно, что люди не хотят возвышаться духовно, они не хотят, чтобы их дети возвышались духовно, они находят для себя просто удобный образ жизни, который похож, вы можете посмотреть по тому же Фейсбуку, если у вас есть, да, что делается в диаспоре, постепенно, это не возникло сразу, скажем, да, в русскоговорящей среде, еврейский, вырабатывается некоторый фольклор, это не иудаизм, да, наполненный духовностью, идеями, да, бурлящий. Это фольклор. Да? Фольклор субботнего кидуша, фаршированной рыбы, да, зажигания свечек в Хануку. Да? То есть удобный образ жизни, который при этом выделяет тебя из окружающей среды, позволяет тебе сказать, что я вот особый. Да, вот, а чем особый? Не так важно. Фаршированной рыбой особой, да? Вот, субботним кидушем особой. Да? Это, как бы, скажем, наверное, это требует отдельного изучения психологического анализа, вот, но это остается фактом. Да, вот тут Олег уважаемый. Так что я просто могу с Таней разделить ее удивление, да, и вот только рассуждать на эту тему, окончательного ответа у меня нету. Хорошо. Почему смысл заповеди цицит и отделения халы так зашифрован, а не объяснен явно? Спрашивает Олег, что бы вы сказали по этому поводу? Почему это зашифровано, не объяснено явно? Имеющие уши да услышат. Может быть. Мне тоже трудно сказать, почему. Да? Видите, видимо, когда Всевышний сказал: вот я даю вам землю, земля особая, да, всякое место, на которое наступит нога ваша, я вам отдал, да. Потом пришли разведчики и сказали: вот там великаны живут, да, климат неподходящий, и все заплакали. Видимо, да, ну, как бы я бы представил себе, да, то есть не уверен, что это правильный вопрос, но, да, что, скажем, да, вы же не любите повторять два раза одно и то же. Это, в конце концов, унизительно, когда тебе не верят. Правильно? Да? Вот поэтому, значит, какие-то истины, значит, две причины. Во-первых, это глубокие философские моменты, да, как мы с вами видели, совмещение противоположностей, да, вот, которые Раби Ашлаг, сбегая вперед, называет как бы две силы давать и брать, совмещение этих сил, да, вместе. Это способность земли Израиля, даже плохие потенциалы, да, то, что плохого в изгнании человек набрал, да, вот, эту нечистоту взять и перебросить ее в хорошее, да, с огромной силой, с огромным потенциалом перевернуть. Да, вот, это моменты, как бы, несколько сложные, на мой взгляд. Но прежде всего, если Всевышнему
если Всевышнему не поверили один раз, он второй раз повторять не будет. Да? Мудрецы повторяют бесконечно, но им не верят. Говорят, тот, кто живет за пределами земли Израиля, у него как будто нету Бога. Да? Ну и что? Ну нет и нет. Да? А кто сказал, что он нужен для соблюдения заповедей? Да? Может, и не так нужен. Фаршированная рыба есть? Есть. Это самое главное. Да? Вот. Поэтому в таких условиях, в таких обстоятельствах долбить одно и то же, да, вот я не знаю, кто способен. Да? Не знаю, кто способен. По себе могу сказать, что это очень трудно. Да? Вот. Опускаются руки, хорошего настроения добавляют. Да? Когда ты раз, каждый раз говоришь, какой вот мы сделаем вывод из нашей лекции, обращаюсь я очень часто к своим слушателям, когда работал в Киеве, особенно как бы каждую лекцию заканчивал, ну какой вывод мы должны сделать, да, но они уже выучили, как бы, и автоматически говорили, надо ехать, да, вот это они мне говорили, но оставались на тех же местах, это очень, очень трудно, да, и вот. Так что, скажем, да, как бы, вот я бы сказал, что это две причины, во-первых, да, раскрывать моменты, связанные с землей Израиля, это очень сложно и очень, очень непросто. Да, Рав Кук вообще говорит, что все изучение, скажем, философии, еврейской философии, смысла заповедей, оно должно прийти к ощущению земли Израиля. Да, и без ощущения очень трудно что-то объяснить. Поэтому, как бы, да, вот... кто-то здесь сказал, я не услышал, что имеющий уши да услышит, да, что есть человек направлен на это, если он интересуется этим, если ему это близко и важно для него, он поймет. Да. Если нет, значит нет. Да. Вот как-то представляется так. Так, да, вот ну вот в чате мы вопросы исчерпали, если что-то хочется спросить, то пожалуйста. Я, кстати говоря, вот очень рад этому замечанию Олега, да, что философия выглядит несколько оторванной от жизни. Я бы сказал, что оторванной от жизни, а несколько простой, упрощенной, да, вот, как бы без проникновения в глубокий смысл. И, может быть, он там присутствует, но не выделен. Да? Вот когда я получил этот вопрос, я решил оторваться от полемики с философами на основе книги Кузари. Вот это было очень правильно. Да. Так, хорошо. Есть что-то еще спросить? Или... Да. Вот. Значит, я жду от вас, я кроме ответов на вопросы, если вы воспользуетесь нашим сайтом для того, чтобы высказать свое мнение о сложности материала, его доступности, его важности, я буду вам очень благодарен, потому что без такой прямой, непосредственной обратной связи очень трудно выбирать и подбирать материал для наших занятий. Хорошо, ладно. Вот, если будет возможность продолжить тему заповедей, то, ну, я, например, была бы очень благодарна. Хорошо, мы попробуем совмещать два момента. Часть как бы продвигаться по нашему плану, а часть, может быть, если даже не каждый раз, то очень часто возвращаться к смыслу заповедей. Да? Я опять же вам говорю, что, к великому сожалению, да, Этим очень мало занимаются, практически не занимаются. И я всегда вижу наши занятия с вами как прорыв куда-то. Не просто, понимаете, мы что-то еще выучили, там приобщились к иудаизму и так далее, поняли разницу между евреями и неевреями и так далее. Для меня это какой-то прорыв, рывок, осмысление. Вот, и надеюсь на ваш творческий подход, что вы не оставляете эти мысли просто как бы где-то в стороне, а, по крайней мере, вот продумываете это хотя бы
во время домашнего занятия, домашнего хозяйства или в общественном транспорте, у вас где-то продолжаются эти мысли. Продолжается. Некоторые вопросы просто, ну, я, например, иногда боюсь задавать, потому что мне кажется, может быть, это всем понятно, кроме меня. Я как человек все-таки не в среде. Нет, это зря. Зря. Более далека, очень-очень далека от многих вещей. То, может, всем уже все давно ясно, и со смыслом я заповедей, со всем, что я спрашиваю азбучные истины. Поэтому как-то вот тогда. Хорошо. Ладно, я вот, к сожалению, вынужден с вами попрощаться. Мы почти полностью исчерпали свой лимит. Всем успеха. Чувствую вашу поддержку. Буду стараться продолжать дальше, не плавать по поверхности, а приоткрывать смысл для себя и для вас. Всего самого доброго. Спасибо.